Относительно закона Савченко, то позиция партии «Народный фронт» состоит в том, что этот закон был ошибкой, его нужно отменять. Отменять, потому что благодаря этому закону на волю выходят как раз те, кто совершал тяжкие, особо тяжкие преступления. Убийцы, насильники, грабители. Сегодня генеральный прокурор предложил идти на компромисс и сделать так, чтобы закон Савченко, а именно возможность сократить, засчитать время, проведенное в СИЗО с коэффициентом 2, только для тех лиц, которые попали первый раз в СИЗО и те, которые не совершали насильственные преступления, то есть убийств, грабежей, изнасилований. Я думаю, в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит данное предложение, влечет его законопроект, и закон Савченко в том виде, который был, перестанет существовать. На сегодняшний момент идет наработка законопроекта. Я думаю, на следующую пленарную неделю оно будет вынесено. Я думаю, что за это хватит голосов, потому что здравый смысл подсказывает, что закон Савченко был популизмом и ошибкой.